Добрый день! Или, быть может, это утро, там, где вы сейчас смотрите наш курс лекций на тему субботнего покоя. Мы с вами говорили о необходимости и путях, чтобы проводить время с Богом наедине. И сейчас у нас с вами девятая лекция, которая называется «Суббота. Время вспоминать». В наше с вами время в этом мире происходит много трагедий и бед, много катастроф, много бедствий, такие как ураганы, цунами. Страшное бедствие произошло в Японии. Я уверен, вы слышали об этом. Кроме этого, неспокойно в других частях нашего мира. Происходят беспорядки в Египте, выступления против правительства в таких странах, как Ливия, Йемен и многих других. Наш мир беспокоен. В моей стране, в Южных Штатах, таких как Алабама, Теннесси, Кентаккии, нередко проходят торнадо, которые сметают на своем пути дома, поселения, погибают люди. Все эти бедствия сопровождаются страшными потерями. Погибают люди, погибают дети, погибают близкие кому-то люди. И это очень тяжело. Много скорбей, много плача и слез проливается из-за этого. Когда последствия устранены, дома восстановлены, люди все еще будут скорбеть о погибших, и они будут стремиться к тому, чтобы вспоминать, не забывать близких, которые погибли. Они будут хранить памятные фотографии, фотографии тех, кто погиб, кого уже нет с ними. Этих людей больше нет с нами, но есть фотографии, которые напоминают нам о них. Но эти бедствия могут забирать не только близких людей, они могут забирать и сами фотографии. Фотографии могут оказаться под завалами, портиться от наводнения, они могут быть унесены в море цунами. Но что бы ни происходило, люди стремятся сохранить эти фотографии, фотографии о прошлом. Я вот привез с собой фотографии, старые фотографии из своего прошлого, а также из семьи Лоис. Кто-то из людей, присутствующих на этих фотографиях, все еще с нами, кто-то уже ушел в вечность, и смотря на эти фотографии, мы можем о них вспомнить. И я хотел бы, чтобы вы сейчас задумались о Библии как о фотоальбоме, призывающем семью Божию вспоминать Его дела, Божьи дела. И читая Библию, задумайтесь, что, быть может, это фотоальбом с фотографиями различных событий. Возможно, у вас есть излюбленные тексты Писания, и вы возвращаетесь к ним, подчеркиваете. И у вас есть особые воспоминания о времени, проведенном с Богом за чтением Писания. Вы помните определенные тексты, которые вы читали, и Бог коснулся вас по-особенному, и вы даже помните день и время, когда это произошло. Библия — это своего рода фотоальбом. И не потому, что там описаны истории очень интересные, красочные, но потому, что там мы читаем о Боге и вспоминаем о своих отношениях с Богом. Поэтому думайте о Библии во время этой лекции, которая называется «Суббота. Время вспоминать», как о фотоальбоме, который Бог оставил своей семье. И вот это слово «вспоминать» мы встречаем вновь и вновь на страницах Писания. Мы читаем в книге Второзакония, 8 главе, 18 стихе. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим». А также мы вспоминаем Иону в чреве большой рыбы. Он сказал, «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Он находился далеко от храма в Иерусалиме, но мог вспоминать о нем.
Мы вспоминаем о Господе в трудные времена. И он вспомнил и покаялся в том, что бежал от Бога. И Библия вновь и вновь призывает нас вспоминать. Вновь и вновь мы читаем о необходимости вспоминать о Господе. И вот мы с вами говорим о субботе, уединенном времени с Богом. И это время вспоминать о Господе. Вот еще тексты Писания, которые призывают нас к этому. 1 Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. «Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его». Апостол Павел написал Тимофею, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благословению моему». Евангелие от Луки, на этот раз, это слова ангела, обращенные к тем, кто пришел к гробнице Иисуса. Его нет здесь. Он воскрес. Помните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Вы можете открыть симфонию и обнаружить, что слово «вспоминать» встречается практически в каждой книге Библии. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Книга Екклесиаста 12.1. Это наставление уже умудренного годами человека. Пока ты молод, помни о твоем Создателе, который сотворил тебя, о том пути, на который Он поставил тебя. Помни Господа. Наступят дни, дни тяжелые, когда ты состаришься, если доживешь до этих лет. И ты сможешь вспоминать о Боге, о своем Творце. И эти воспоминания помогут тебе пройти эти трудности. Господь даровал нам не только фотоальбом, полный воспоминаний, но и время, чтобы пересматривать этот альбом. Итак, Он дает вам книгу, Библию, полную фотографий. И много раз эта книга касалась ваших сердец. Когда вас касались слова, написанные авторами Библии, к вам обращался Бог, и вы принимали это. И ваша Библия, быть может, уже потрепанная, старая, но она полна воспоминаний о ваших отношениях с Богом. Но задумайтесь, Бог не только дал нам Библию как фотоальбом. Бог очень добр. Он сказал: «Вот тебе время, один день в неделю, чтобы ты садился и пересматривал свой фотоальбом и вспоминал, что Бог говорил тебе через Свое Слово, чтобы ты вновь и вновь открывал сам или с другими людьми тот фотоальбом, который Бог оставил тебе». Итак, Бог не только оставил нам книгу, фотоальбом, но Он также оставил нам время, которое назвал субботой, чтобы мы могли вспоминать. Суббота — время вспоминать. Я сейчас покажу вам связь между необходимостью вспоминать и субботой. Мы уже читали этот текст Писания, но я думаю, будет полезно прочитать его еще раз. Но на этот раз отмечайте для себя слово «вспоминать». Мы уже многие аспекты этого текста рассматривали, исход 20 глава. Но сейчас отмечайте для себя это слово «вспоминать». Лоис, пожалуйста, прочти этот текст. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Помни день субботний. Почему мы должны помнить день субботний и светить его? Потому что это возвращает нас к сотворению. Эта заповедь, записанная здесь в книге Исход, четвертая заповедь, возвращает нас к книге Бытие. Вы помните первая глава? «И сотворил Бог небо и землю». И затем вторая глава книги Бытие.
почил Бог. И Бог осветил седьмой день, в день, который Он почил, в день, который Он посмотрел на то, что сотворил, и сказал: «Хорошо, весьма». Седьмой день после сотворения. И сделав это, Бог сказал: «Хорошо, теперь вы выделите седьмой день, чтобы вспоминать Меня, Творца, потому что Я сотворил все, что вокруг. Размышляйте о том, что Я совершил». Поэтому необходимо выделять время для того, чтобы обращать внимание на то прекрасное, что Бог сотворил. Сотворил для нас, чтобы мы могли этому радоваться. Вы можете посмотреть фотографии, но не только фотографии. Можете выйти на улицу и насладиться тем, что Бог сотворил. И вспоминайте, что Бог ваш Творец. И вспоминайте, что Бог не только все это совершил, но и почил после всего этого. Поэтому суббота — это то время, когда вы оставляете свою работу и обращаете внимание на то, что Бог совершил. Оставляя свою работу, вы находите время для того, чтобы посмотреть на то, что Бог сделал, и восхититься, прославить Его за это. Я могу рассказать вам о своих переживаниях, когда я гулял по лесу и обращал внимание на то, что раньше не замечал. Я выделял время на то, чтобы посмотреть, что Бог сотворил. Вспоминайте своего Создателя, вспоминайте, что Он шесть дней трудился, а затем отдыхал. В книге Второзакония мы читаем ту же самую заповедь, но немного в другом ракурсе. Мы также должны вспоминать Его как Творца, но здесь, в пятой главе Второзакония, делается несколько иное ударение. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Оба текста, повествующих о четвертой заповеди, начинаются с повеления «Помни» и в книге «Исход», и в книге «Второзаконие». «Вспомни», «Остановись» и «Задумайся». И прежде всего, согласно книге «Исход», что «Я твой Создатель, у меня есть власть над творением, и у меня есть власть остановиться от творения». И затем в книге «Второзакония» «Помни, что Я Создатель, и Я вывел тебя из Египта, избавление. Я всемогущий Бог, Я могу вывести тебя из обстоятельств, которые трудны для тебя. Помни о том, что Я тот, кто освобождает тебя». Рабство и избавление может проявляться по-разному. Это было то, что должны были вспоминать евреи. И суббота стала временем еженедельного вспоминания, празднования той победы, которую совершил Господь, избавив могущественной рукой свой народ из египетского рабства. Итак, суббота — это еженедельное напоминание о двух основных темах в семейном фотоальбоме Бога. Еженедельное напоминание о том, что Бог совершил. Бог знает, что я склонен забывать, если нет определенного времени, предназначенного для того, чтобы вновь и вновь вспоминать, что Он сотворил Вселенную и все, что в ней. И Бог дает нам время смотреть на удивительное творение и воздавать Богу славу за все это. Мы переводим свой взгляд с того, что делает человек, на то, что совершает Бог. И второе. Он позаботился о том, чтобы спасти меня, когда я сбился с пути, когда я оказался в трудной ситуации, как Израиль оказался в трудной ситуации в Египте, оказался порабощенным египтянами. И Бог дает нам не только фотоальбом, но и время, чтобы его просматривать. Суббота — это празднование великих Божьих деяний, сотворения и искупления. Радуйтесь Божьему творению. Находите время для этого. Совершайте прогулки по творению. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com.
И как я уже говорил ранее, если вы не можете этого делать, погода плохая, или вы чувствуете себя плохо, вы можете смотреть фотографии с красивыми пейзажами и можете видеть те чудеса, которые Бог сотворил. Сегодня есть много технологий, которые помогают нам в этом, отмечать различные грани творения. Поэтому вы можете смотреть фотографии, если не можете выходить на улицу. Вот посмотрите на эту красивую фотографию. Она была сделана нашим сыном несколько лет тому назад. Он живет там, это штат Монтана. И у меня эта фотография — заставка на компьютере. И вы можете установить себе заставку на компьютере, которая будет напоминать вам о Божьем творении. Можете выбрать свою фотографию, которую вы сами сделали, или выбрать прекрасную фотографию кого-то еще. Бог избавляет нас. И опять же, в книге Второзакония мы читаем об избавлении. Празднуйте Божье избавление. И это можно выразить по-разному. Исход из Египта, избавление из плена, избавление от греха и гнева Божьего. Избавление, спасение через Иисуса Христа. И мы должны вспоминать об этом, потому что сейчас мы видим более полную картину этого спасения, потому что Христос пришел, и теперь мы видим все, оглядываясь назад, что Он сотворил. Бог избавляет нас от опасности для здоровья и жизни, и мы можем вспоминать о том, что Бог нам даровал и что Он делает для нас. Посмотрите, что означает избавление, спасение, примирение. Спасение — это когда Бог избавляет вас из обстоятельств, в которых вы погибнете. Примирение — это другое слово, которое демонстрирует то, что Бог совершил для нас через Иисуса Христа. Мы были отделены от Бога, как пишет апостол Павел во 2 Коринфянам, 5 главе, «И Он примирил нас с самим собой, Он примирил мир с собой. Мы когда-то были далекими от Бога, но Он своей кровью примирил нас с собой». Искупление, когда гнев Божий был удовлетворен смертью Христа, когда было заплачено, Бог требовал оплаты, нас необходимо было искупить, и это было совершено через Иисуса Христа. Умилостивление, цена была заплачена. Мы должны были заплатить за наши грехи, но не мы заплатили, Христос заплатил за нас. Есть много слов, говорящих о нашем избавлении. Оправдание. Мы оправданы в Иисусе Христе, как если бы мы никогда не согрешали. Освящение. И вы можете посмотреть на все эти слова и на многие другие и понять, что означает ваше избавление. Не просто говорить «я спасен Богом», но понимать, что это означает. Посмотреть на все грани спасения. Сколько разных аспектов понятия избавления. Им открыто было то, во что желают проникнуть ангелы. 1 Петра, 1 глава, 12 стих. Ангелы желали увидеть это задолго до того, как пришел Христос. И мы с вами должны в это вникать, глубоко благодарить за это Бога и прославлять Его за наше спасение. Поэтому суббота — это время, когда мы смотрим на Божье творение и на то избавление, которое Он совершил для нас. Я хочу поделиться с вами одной историей. Она произошла очень давно, когда я еще учился в семинарии. И у нас преподавал британский профессор H.D. Макдональд. Было очень трудно получить у него хорошую оценку. Каждый десятый студент не мог сдать этот курс, получал двойку. Это был такой страшный преподаватель. Но все, что он делал, он давал один экзамен. Никаких рефератов, никаких курсовых. Мы проходили этот курс на протяжении всего семестра, и все, что мы слышали, это грех и спасение. Об этом был курс. И мы изучали очень много разных синонимов, означающих понятие греха. Какие бывают грехи, как уловляет грех в свою западню. На протяжении многих недель мы изучали грех. Я надеюсь, что никто из нас не стал грешником, изучая грехи. Но что нам это дало? Мы стали лучше осознавать,
Что же означает прощение, которое должно произойти? Что бремя наших грехов на самом деле тяжко, и оно было возложено на Сына Божьего. И далее вторая часть курса была посвящена разбору различных слов, описывающих наше спасение. И мы разбирали, в чем же разница, насколько чудесны все эти библейские слова. И я настолько сильно боялся получить двойку по экзамену, что я начал готовиться за 3 недели до экзамена. И я старался запомнить, выучить все эти слова. И я помню тот день, когда был экзамен. Я встал рано утром, и я помню, с каким волнением я ждал тот час, когда мне придется сдавать этот экзамен. Я помню, как я вышел из библиотеки и шел по территории университета. Я помню, как я прославлял Бога за свое спасение, насколько оно чудесно. И я уже поймал себя на мысли, мне все равно, сдам я экзамен или нет. Я спасен, и это чудо. Бог совершил для меня немыслимое, чудесное, и в этом был экзамен. Слава Богу, я получил 4 по экзамену. Я был очень рад, потому что мой друг еле-еле получил 3. Но я хочу сказать вот о чем. Я никогда не забуду тот день, когда я осознал глубину спасения. В чем же оно? И преподаватель дал нам время, чтобы мы вникли в это, прочувствовали Божье избавление. И также и Бог. Бог дарует нам время, чтобы мы вникали и осознавали, от чего мы спасены. Не просто говорили «я спасен», «я покаялся», «я принял Христа», но понимали, что стоит за этими словами. С одной стороны, это просто, что даже ребенок может понять, но это и сложно, что ученый будет вникать в различные аспекты нашего спасения, которые Бог совершил для нас. Удивительно. Бог дарует нам фотоальбом, а также дает нам время, чтобы мы понимали его. Забудьте о себе и радуйтесь Богу. Я повторяю вновь и вновь служителям, пасторам, которые постоянно обращаются к людям с кафедры, какой радостной вестью я смогу поделиться с людьми, если я сам не нахожу радости в Боге? Как я смогу рассказать о благой вести, если сам не вижу этой благости? Бог дал вам время, чтобы вы радовались Его присутствии в субботу. Время с Ним. Я уже упоминал вам про Дэвида Хэнсона, который написал книгу о молитве. И в этой книге он пишет о том, что молитвенные прогулки могут быть очень хорошим способом проведения времени с Богом, который подойдет многим из нас. И вот что еще он пишет. «Свойство сознания блуждать во время продолжительных молитв — это скорее преимущество, чем недостаток. Оно, как ничто иное, способствует развитию всестороннего, запоминающегося диалога с Богом. Утреннее чтение слова и молитва для меня — это соблюдение духовной дисциплины, а продолжительные молитвы — утоление духовной жажды». Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.